Сегодня мы будем играть в войнушки. Я буду с Томилом. У меня будут эти пистолеты. Это Томила, а это мой. А у Томила будут пули в коробочке. Тут 12 пуль. Вот. До твоего до... и давай. Да. Вначале мы... Я или Тёма идём сюда, а Тёма и я пойдём туда. Короче, классные стороны. И наша миссия по лациям новым, который... По лациям новым, которые нам подарили на день рождения. Сделать связь, где-то встретиться. А папина миссия... Тут надо ходить на этом круге. И да, давай попробуем, как они работают. Нет. И у нас есть маленькие пистолеты в заказе. Я сняла нас увидел. И сейчас мы начнём играть. Ну, покажи, как рация работает. Проверьте связь. Тёма, ты ж говори, высовывайся, штанин. Когда по рации говоришь, что ты будешь в штаны говорить? Итан, ты бежишь вниз, Тёма наверх. Хорошо, бежи ты наверх, Итан вниз, неважно. И смотрите, я вам не дам соединиться, я буду по центру там. Где-то смотреть в каком-то проходе, чтобы вы не соединились. Ой, я маленько смотрю. А, у вас есть рации, вы должны договориться, где встретиться. Ну что, кто вниз бежит? Все, давайте, разбегайтесь. Покажи патроны, у тебя есть, все? Вот. Все, побежал. Ну я снимаю, я дальше же не вижу. Ну что, посмотрим, что с этого выйдет. Пистолета! Только не без пули, жаль. Все, это хорошее место. Скажи, что мило. Тёма, как меня слышно? Тёма, как меня слышно? Ответь, ответь! Ответь уже, ответь! Тёма, ну... Они как слышали! Слышно, хорошо! Это не слышали! Будь тихо! Я папу не вижу, а ты видишь? Тёма! Тёма! Я тут! Я его увидел, вон и там. Я там где-то нижняя пуля. Иди уже. Быстрее, быстрее. Папа, видите? Я тебя жду.
как он его убил. Скажи, где он? У меня только один патрон из-за тебя.